Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, и это мой очередной обзор, очередная распаковочка коробочки. Итак, честно сказать, у меня к вам, знаете, какой вопрос в самом начале видео. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, а вы тоже забываете, что вам придет? Или это у меня так много заказов, что я реально не могу вспомнить, что там? Так, ну что, новинки отсняты, все отснято. И сейчас я вам покажу, что я заказала. Я заказала вот такие футболки, я их уже снимала, я их уже их вам показывала. Я заказала в размере L. И размер L на мне сел хорошо, а XL очень сильно велик. Поэтому давайте вот посмотрите туда, пусть она другого цвета, но она уже есть. Значит, в размере L вместо XL футболка оверсайз, артикул 826-757, сидит на мне идеально. И подойдет с любым спортивным костюмом, с джинсами и так далее. С пиджаком, конечно же, не пойдет, это не та модель, но, в принципе, очень клево, классно и хорошо смотрится. Дальше. Тут у нас что? Футболка оверсайз с принтом L. Просто по-другому немножко оформлена, такая же, с надписью «Вдохновляешь на лучшее». Вот я взяла 3 штуки. И потом мне очень нравится летом ходить вот в такой красоте. Это ночная сорочка женская, но она не просвечивает. Она хорошо лежит по фигуре. Артикул 862-076 в размере XL. Состав 92 вискоза, 8% эластан. И она смотрится просто изумительно. Идеально. Прямо вот просто вот я счастлива, что такие вещи в компании Фаберлик выпускаются. И в них легко, хорошо и удобно. Она чуть-чуть выше колена. И очень-очень комфортная. Там есть вообще прям огромные размеры. Есть размеры XS на худышек и детей. Как я говорю по своей дочке, я иногда заказываю 9-леточке взрослые вещи. Ну, такие вот, да, в которых можно спать, еще что-то. И они на ней хорошо смотрятся, и ей в них клево, классно и аккуратно. Вот такая вот струящаяся ткань. Изнаночная сторона. И прошито все хорошо, идеально. У меня они еще остались, но иногда летом приходится переодеваться, ходить в душ по 2-3 раза. Поэтому мне маловато одной. Вот, маловато даже двух. Я прям подвижная такая, и хочется мне почаще переодеваться. Итак, смотрите, что же мне пришло. Тут пришли только полезности, только то, что я забыла заказать, и еще пришли автозаказы для меня и для моего дружного окружения. Итак, куркумин Форте раньше мы покупали в других местах. Это желатиновая капсула, это не то. 3333 одна баночка, это вот это вот Signum 15, это нейропротектор, очень крутая штука, я пью 2 с утра, 2 вечером и действительно очень хорошо сплю и намного лучше начала соображать все-таки для того, чтобы все было нормально и мозг соображал. Ну и вот ценник. А я взяла 10 штучек, потому что пьет Викуся, моя 9-леточка, мой муж. Отправляю папе, маме еще их. Маме очень хорошо стало, меньше голова начала кружиться. И плюс дочка старшая. Она еще не начала пить, вот сейчас они пришли, она начнет их пить. Сначала мы пьем неделю по одной штучке 2 раза в день. И потом через неделю уже по 2 штучки, если все хорошо, 2 раза в день принимаем. Очень классная штука, собирает мозги в кучу. Итак, значит, нейропротектора. Кучка мала, вот такая вот кучка. Ну, здоровье сейчас, к сожалению, ну, не получаем с питанием того, что нужно. Далее, рецепт я уже вам оставляла. Мы на различных ореховых муках или муках, как даже сказать, на ореховой муке. Да, всех насмешила. Печем и добавляем псиллиум для того, чтобы тесто не было плоским, потому что натуральные дрожжи, они способствуют, оказывается, росту грибков, так сказала моя подруга, врач Елена, у которой уже есть группа, кстати, проходите в группу, она там уже ведет, ни на какие БАДы она там не раскручивает, она просто рассказывает про здоровье. Вот, ничего она там не говорит, там, покупайте, еще что-то, нет, просто про здоровье. Такая вот шелуха подорожника. Ну, кому нужен рецепт, пишите. Повторно в комментариях продублирую. Очень хорошо получается. Артикул 157-64. Расход не такой уж и крутой, но все же есть. Поэтому я всегда все беру по 10 штучек, чтобы, мало ли, увижу, что там 1-2 пачки осталось, я еще могу взять. Могу взять, если бывает какая-то распродажа, товар вообще по 20 штучек. Слава богу, мы хорошо зарабатываем, можем себе это и позволить. Поэтому вот так вот здорово. Далее, я уже вам говорила про куркумин. Это биологическая активная добавка к пище. Куркумин Форте. Тут идет 60 капсул по 400 миллиграмм. Вот если взять дигидрокверцетин, то тут всего 30 капсул по 790 миллиграмм. И, кстати, мы делали сравнение. Были вещи в компании Greenway, которые мы иногда и там заказываем. Иногда на Вайлдберрис, иногда где угодно. Вот этот дигидрокверцетин один в один составом. Один в один. Прямо дозировка, состав, все прямо идеально сходится. Поэтому вот, пожалуйста,
аналог абсолютно великолепный и замечательный. Ну, это мы брали на Вайлдберриз, поэтому не подскажу. Что делает куркумин вообще? Приходит такой вот упаковочке. Он способствует укреплению иммунитета, снижает риск воспаления суставов, сохраняет их гибкость, снижает уровень холестерина, нормализует работу ЖКТ, обладает антивозрастным эффектом. Куркума – это абсолютный тренд. Она стала объектом изучения более чем 8 тысяч исследований, и продукты с куркумой обладают широким спектром полезного действия. Вот, поэтому такая вот красота. Артикул 158.00 по цене каталога 539 рублей, 60 капсул по 400 миллиграмм. Походу я уже начала повторяться. И давайте с вами смотреть. Вот такая баночка, все зафольгировано. И вот 60 капсул. Вот такой вот куркуминчик. Можно доставать так пить, но он марается. Куркумин, сами знаете, что это такое. Поэтому вот все, будем сейчас его пить. Вместо продуктов с Вайлдберриз. Вообще мы на БАДах сильно повешены, да, на БАДы. Поэтому, конечно же, вот период вирусных каких-то заболеваний, весна-осень, у меня дочка куркумин и живицу, и цитроактив очень часто пропивает. И вот, слава богу, все хорошо. Так, вот ночная сорочка женская, вижу 1100 ценник. Вот, куркумин, вижу ценник, цена со скидкой 399 рублей. Да, вот видите, дигидрокверцетин 518 рублей. Это дорогая очень добавка, его всего 30 капсул в упаковке. Пить нужно месяц. Мы пьем по 2 в день дигидрокверцетина, так сказал наш врач. И по идее одна упаковочка, да, как вы видите, тут всего 30 капсул дигидрокверцетина. Артикул 157.90, вот он составчик, вот. Вот составчик, кому очень важно. И получается у нас уходит по 2 упаковки на месяц. 2 упаковки на месяц, потому что 30 капсул, одна упаковка, получается по 2 штучки в день, это на 15 дней. То есть все, мало, мало. А вот, но дигидрокверцетин, он никогда, нигде, ни на каких сайтах дешевым не был. Поэтому я его набрала побольше. Вот, и сейчас у нас будет все свое. То есть начинаете заболевать, можно уже начинать пить иммуномодулятор Форте. Сразу же можно начинать пить. Добавок можно пить куркумин. Желательно, как мой врач говорит, на голодный желудок за 40 минут до еды. А лучше всего за час до еды. И вы можете уже не разболеться. Препараты такие классные и мощные. Иммуномодулятор Форте. Тут, кстати, тоже содержится куркумин. Куркума, бета-глюканы, тут содержится и дигидрокверцетин, кстати, тут тоже есть железо, витамин С, витамин Д, иммуномодулятор Форте, артикул 46754, а есть еще иммуностимулятор Форте, вот он, конечно, еще круче. Дальше поехали, я заказала вот такую классную штуку, фитобальзам с живицей для тела. Очень понравился, прям безумно классный. После душа нанесла его на все тело и поняла, какая-то классная штука. 28-28. Он легко впитывается, не оставляет никаких следов. От него идет такой легкий, такой мятный эффект, не сильный легкий мятный эффект. И он действительно очень хорошо работает. Скоро у нас еще будет мумиё. И он великолепно работает, увлажняет кожу. Кожа вообще прямо очень классная. Такое чувство, что всеми кремами насытилась, а этим еще нет. Мне кажется, как ухаживающий крем для тела на жару, это просто великолепно. И аромат у него прям, знаете, такой ментолово-ельный. Очень такой приятный хвойный аромат, ментоловый. Артикул 28-28. В общем, шикарно. Поэтому я еще взяла 2 штуки, потому что та у меня уже скоро закончится. Я его в ванной поставила. Наверное, зря. Все им мажутся. Хотя чего зря. Иммуносистем, суппорт комплекс. Это у нас называется иммуностимулятор. Да, это все одинаковые баночки. Да, ну и... В принципе, все. И в принципе, все. Иммуномодулятор систем Форте, да. Все это одинаково. Вот, заказала, потому что совсем-совсем не было. Поэтому будьте здоровы, следите за своим здоровьем. Видите, иммуносистем комплекс. Это идет иммуностимулятор. А это иммуномодулятор, да. Это разные составы. Не забывайте про это. Этот 156-78, а этот... 156-79, еще номер партии вам пыталась сказать, да, 156-79. Очень классные вещи, которые нужно прям принимать, и они вам будут помогать не разболеться. Тут хлорелла, спирулина, аминокислоты, в общем, очень хорошие составы, пьем,
пьем уже давно, очень-очень понравилось. И все мои друзья, все мои знакомые, вот недавно, да, девушка заказала 4 баночки для всей своей семьи, их четверо в семье. Потом говорит, сама пропью, говорит, закажу еще родителям, потому что БАДы сильно действующие, хорошие, и без всяких таблеток можно выздороветь, если их правильно пить за полчаса до еды. И, конечно же, это говорит о том, что результаты есть, люди заказывали, снова начинают заказывать. Я счастлива. И еще такое признание, жуткое для кого как, да, что я уже сделала заказ 3000 баллов. Это у меня было впервые в жизни. У меня 3000 баллов. Почему? Потому что очень много людей посмотрели мои обзоры, посмотрели Александра Эдигера, послушали моего врача Елену и начали заказывать именно эти БАДы, чтобы быть здоровыми. Поэтому, конечно, будьте здоровы, заказывайте себе, пейте. В самом начале прямо можно даже по 2 штучки пить с утра до еды. Ну, их все по 2 надо пить, чтобы на месяц хватило как раз. Поэтому пробуйте, будьте здоровы. Ну и так как коробочка с продукцией была одна, сниму для вас пакетик с пустышками. Первая пустышка — это одна из моих любимых сывороток. Это от Beauty серии Bio Glow. Она идет прям яркий, у нее такой аромат. Стеклянная, с пипеточкой. Очень хорошо работает на лицо. Выравнивает его прям так хорошо, выпрямляет. Мне прям понравилось. Я люблю продукты, которые маленькие, которые компактные, которые легко брать с собой, даже если это стекло. И вот именно эта сыворотка для лица, как написано, она стимулирует работу выработки коллагена, регулирует плотность кожи, выравнивая ее рельеф, придает сияние, выравнивает тон. Да, действительно так, очень классно. Я не всегда пользуюсь увлажняющими средствами перед нанесением макияжа, я иногда могу и вот такую сыворотку. Дальше это мы заливаем все в робот-пылесос, их будет много, их будет целая кучка мыла. Это универсальное антибактериальное средство, оно идет против бактерий и вирусов, абсолютно без запаха. Дезинфицировать можно все, игрушки, гаджеты, обувь, да, все, что вам захочется, в пол налить, помыть. Мы, в частности, в робот-пылесос наливаем один к одному, разбавляем водой и наливаем. Артикул 30-136. Безопасно для животных. Далее, как обычно, мой любимый ультракондиционер для белья с артикулом 118-53 закончился. Клевый, классный. Мыло для ручек 23-56. Детское 200 мл. Слушайте, опять забыла, какой у него аромат. Ага, дынька. Дынька. Аромат дыньки. Не забываем, что все это забирает компания на переработку, что приятно. Мой любимый гель для интимной гигиены 87-22, густой, долгоиграющий, вообще классный. Далее, вот мы пропили Good Flora. Это у меня пропили девчонки. Комплекс комфорт. Я, знаете, не могу ничего про него сказать. Вот это комплекс для суставов. Прям ничего не могу про него сказать, потому что это пила не я. Но тут такой идет состав, как витамин D3, витамин К2 и омега-3. Хороший такой состав, но это все мы пьем. Альфа-линолевая кислота. Это такой препарат, который идет в наборе у BSC. Шел в наборе. Меня его вот заказали. Сейчас вот вернули, сказав, что в принципе все хорошо, все нормально. Ходить легче, лучше. Но это же, считайте, ну как бы это все временно. Все равно надо искать причину. Good Flora. Оказывается, после приема антибиотиков, как сказал мой врач, пробиотики и пребиотики пить бесполезно. Им негде прижиться, потому что микрофлора померла. Ну и вредная, и плохая, и хорошая. Все померло. То есть сначала нужно пить поддержку микрофлоры кишечника месяц, а потом уже переходить на про и пребиотики. Тогда хотя бы будет что, куда, чего и как. Получается, в принципе, классная штука. Артикул 46-766. Вот тогда вы не зря потратите деньги на БАДы. 46-766 – это именно поддержка микрофлоры кишечника. Good Flora. И поддержку печени обязательно нужно пить. Но я не знаю, будет ли тут пустая баночка. Омега-3 Форте 157-79 нужна и взрослым, и детям. И именно 3. Дальше D3 2000 международных единиц 157-77. Бальзамы-ополаскиватели пошли. У нас две машины, стираем много. 118-55. Нежный такой аромат роз, но не такие роз, которые прям розы, да. Это, кстати, абсолютная новинка. Гель для интимной гигиены, розовый кварц 28-88. Тут, конечно, указано на старой версии, что он идет с афродизиаками. Тут этого уже не указано, да, уже не указано. И, как бы, вот это жаль. Как-то думаешь, вот тут еще какая-то, да, есть штучка-дрючка прикольная, а тут уже вот как бы... Но это такой обалденный аромат, он такой же густой, он такой же качественный, он такой же шикарный. И аромат просто бесподобный. Он мне до такой степени понравился, запал душу, что мне хочется прям перейти на него полностью, потому что запах обалденной свежести, легкости, вот то, чего вообще не хватает таких запахов в компании Faberlic. Он ни на что не похож, это абсолютно новый аромат компании Faberlic, абсолютно новый. Так, шампунь против перхоти с перитоном цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Это шампунь моего мужа, 13.03 артикул, он ни бальзамами ничем не пользуется, только шампунями. Так, универсальный крем с аргинином, ну им все что угодно можно мазать, локти, коленки, где
где-то что-то болит, где-то ударились, чтобы синяк быстрее прошел и так далее. 12,79. У нас Викуська тут недавно изучала новое занятие, ходила на новое занятие и, конечно, покусала себя ввиду задержки своего развития, ввиду аутистического спектра. Она сама себя покусала, был огромный синяк, мы его просто за 2 дня практически свели на нет. То есть мы прям выдавливали этот крем и прям в огромном количестве этот крем пришпандоривали, знаете, на этот, на хирургический пластырь, и ей приклеивали, чтобы у нее хотя бы рассосалось, потому что, скорее всего, у нее болело, потому что она гладила. В общем, что-то она не выдержала и решила, что раз никого нельзя обижать, да, я обижу себя. Артикул 1279, вот этим кремом мы прямо вот выдавливали на хирургический пластырь, наклеивали, ну такой вот, знаете, укус. Ну, представляете, рот 9-летнего ребенка, который сам себя укусил. В общем, мы в шоке, но вот такое тоже бывает. Еще одна омега-3 форте. Сухой шампунь, пою ему оды, очень нравится. 2702 артикул. Яркий, чересчур яркий аромат, который может понравиться не всем, поэтому тут на любителя, но очень хорошо справляется с грязной головой. Да, вот как говорят, голову помыли, сразу наносите сухой шампунь, добавляйте по мере возможности. Я так не делаю, потому что я люблю в душ ходить каждый день. Но бывают такие случаи и моменты, что с утра резко я что-то вспомнила куда-то надо, или кто-то пришел, зашел, я забыла, и у меня вчерашняя немытая голова. Я, конечно, это дело не люблю. Я быстренько вжих-вжих шампунем, и все, и снова в порядке. Вот, мне нравится 2244 артикул, зубная паста. О, кстати, недавно наносила крем, и повязка у меня была в стирке. Я заказала вторую повязку, чтобы у меня было 2, пока одна в стирке после этого случая. Как вообще вышло дело? Я нечаянно заехала рукой в волосы и просто шампунем это все нейтрализовала. Вы наносите шампунь, это место белеет, и потом вы это все вычесываете. Вычесывается легко и просто. В общем, кайф, кайф. Голову перемывать не пришлось. Как бы так, ну, не слабо заехала. Так, зубная паста. Уже засохла, пока лежит. 2244 артикул. Ну, слушайте, понравилась. Хорошая паста. Нормально чистит, все нормально. Вот как раз-таки этот цитрактив, про который я говорила. Артикул 157-20. Он идет на косточке грейпфрута. В качестве дополнительного источника витамина С. И также он содержит биофлавоноиды. Состав у него тоже хороший, все хорошо. Вот пили, пропивали с Викусей, потому что Викуся собралась болеть, и мы сказали, нет, болеть ты не будешь, нам скоро ехать в Москву. Меня позвали в Москву на съемки по бизнесу, и мы хотим на следующий день покататься после съемок по Москве-реке. Я говорю, билеты куплены, все, болеть не вариант. Я ей живицу, я ей иммуномодулятор Форте, я ей цитрактив, я ей всего, и ребенок передумала. Дальше, концентрированный гель для стирки для цветного 118-43. Очень хороший, стоящий, он у меня в каждых обзорах, поэтому я уже не описываю его. Таблетки для посудомойки, конечно же, закончились. Артикул 30060. Мыло с хлордексидином обязательно. Вот у нас есть, да, жидкое мыло с хлордексидином. 200 мл, 27-17. Нормальное, густое, приятное, такое сладко пахнущее мыльце такое. Ничего, такое хорошенькое. Дальше поедем с вами сбоку, а то я опять что-нибудь пропущу. Жидкое мыло Дочкина 23-56. Гель для душа, один из моих любимых. Феерик и Сенсуэль. Это яркий, пудровый, классный, густой аромат, который хватает надолго. Побалуйте себя, очень вкусный, приятный. Артикул 81-20. У нас есть еще такая вода, как вы помните. Жалко, что такого крема нет. Далее Lovely Moments, это у нас детский гель для душа 26-89. Ну, знаете, гель как гель, 3+, очень даже классный, хороший, все с ним нормально. Так, дальше вот как раз таки иммуномодулятор систем Форте у нас закончилась одна баночка, 46-754. Только что о нем говорила, да, вот такой круговорот товарооборота. D3. Да, это мы пили. В общем, я нашла 3 банки, когда-то заказала, хотела пить, но про него забыла, поставила. Тут смотрю, блин, ну тут как бы до 19.01.24, но он стоял давно, и я подумала, надо выпить. Чего он так долго стоит? Ну, слушайте, хорошая штучка, очень приятно пьется. Забыла уже его вкус, но тут вот вспомнила. 157.39. Дальше, значит, Sensitive. Это профилактическая зубная паста для чувствительных зубов. Я хожу в зубной, я связалась с имплантами, это очень долго. Я сейчас переделываю, делаю все зубы, удаляю те, которые шатаются. Оказывается, у меня еще были корни. В общем, корни удаляю и так далее. Зубами я, честно, мучаюсь. И вот эта паста зубная, я прям на нее вернулась, чищу и зубы, кайфую. Кайфую, потому что зуб попилят, а соседний как будто замерзает и потом по 3 дня болит. Вот у меня такие, знаете, чувствительные зубы. Не знаю, может, у кого-то такой же есть. Но вот я мучаюсь, например, реально мучаюсь. И тут как раз-таки тот самый эффект, когда чувствительность зубов снимается, и все отлично и великолепно. Артикул 1657. Крутая штука. Я этим делом очень-очень довольна. Так, еще один гель антибактериальный. Вот как раз-таки Liver Support. Поддержка печени, о которой я говорила. Вот после антибиотиков его надо пить. Good Flora и Liver Support. Месяц, а потом уже про и пребиотики.
пробиотики. Артикул 47760. Ну и если честно, мы начали пить пробиотики после антибиотиков. И вот мой врач сказала: Аня, это бесполезно. Поэтому вот одну банку мы, конечно, успели с мужем на двоих выпить. Но мы ее пили-то всего 15 дней. Потому что тут 60 капсул, по 2 в день. Что остается? Нам ее хватило на 15 дней, по-русски-то говоря. 46768. Ну вот, можно сказать, 1800 рублей на ветер. Я говорю: Лен, ну что, вообще бесполезно? Она говорит: нет, ну конечно, говорит, пока вы принимаете, польза есть, но оно там не задерживается, потому что ему нечего зацепиться. Я говорю: ну то есть это было не зря? Говорит: да, слава богу, не зря. Я говорю: ну слава богу. Вот этот антипаразит. Вообще можно месяц пить, можно месяц не пить. Вот. Особенно те, кто любит попитаться в общепите, не помыть руки. В общем, всем надо. 46,75. Это Liberaverm. А на сайте он как антипаразит. Очень хороший, сильный, мощный комплекс. Салфетки детские. Ну, это как обычно. Артикул 17,98. Так. Очень классный акваспрей, освежитель воздуха, фруктовая фантазия. Помните, да, я подсела на парфюмерные от BSC. Все, они мне надоели. Я сейчас вот этими всякими разненькими. Артикул 30,332. Так и то у меня эти продержались столько долго, да, у меня в фаворитах, а потом все, надоело. Так, черника 157,26, допиваю, потому что что-то на заказывали, оно стоит, вот поэтому тоже допиваем черничку. И с артикулом 709,12 малофтилин от всего, от раздражения и так далее. Вики ручки мажем на постоянной основе. Так, D3. Очень классное масло Siberian Fir с артикулом 13,45. Обалденное масло. Обратите на него внимание. Я его даже открытым еще оставляю, чтобы оно постояло у меня около компьютера. Очень полезно для организма. Так, ну и все, у меня уже тут ничего не осталось. Омега-3 с глицином мы допиваем, но больше заказывать не будем, потому что там в составе есть крахмал, артикул 157,80. Дальше мыло, устраняющее запахи 30,200. Кстати, очень приятный аромат, это новинка. Гель для цветного. Детская паста 0+. Все-таки мне спокойнее. Ой, да, красотка пришла. Все-таки мне спокойнее, когда Вика, даже если, извиняюсь за грубое слово, жрет зубную пасту, то она хотя бы 0+. Артикул 51,12. Детская зубная паста. Очень хочу похвалить вот это очищающее молочко для всех типов от вербены. Очень классное молочко. Артикул 0,971. Вот прям в ежедневном уходе мне его и не хватало, ребята. Оно до такой степени шикарно работает. Кожа реально преображается. Реально преображается. И даже если раньше у меня на молочку какая-то вот аллергия на лактозу, я начинаю молочку, творог, там еще что-то кушать, у меня сразу прыщавится лицо. Так вот, честно сказать, я избавилась от прыщей с помощью вот этого очищающего молочка. Ну и плюс ко всему, все-таки стала реже кушать молочку. Я очень люблю сметану, творог люблю, кефирчики, йогурты. Ну вот стараюсь это не есть, не пить. Кофе с молоком очень любила. Могла выпить 3 кружки, 4, 5 кружек в день. Я понимаю, что это вредно, но вот могла. Поэтому вот это очищающее молочко для всех типов кожи, обратите внимание, если у вас или у ваших детей, там, знакомых, еще кто-то действительно страдает сильным раздражением там на коже, то оно мне очень помогло справляться со всякими раздражениями. Я им вечером практически умываюсь, то есть я умываюсь умывалкой, потом умываюсь этим молочком, а потом наношу кислородный бальзам в перемешку с малофтилином. И на следующий же день, если прыщ сильный, он в 2 раза меньше, если он только начинался, он передумает начинаться. Вот я вам серьезно говорю, вот эта вот смесь, это личный коктейль, рецепт от меня. Просто вот, да, такой, можно сказать, трехэтапный уход. И раньше оно так не помогало, пока я не включила вот именно это очищающее молочко. Поэтому я его очень хвалю. Я не знаю, как может быть такая крутая вещь, вот лично для меня, которая за такие копейки, оно реально недорогое, но оно реально клевое. Так, ну и живица. Живица масло кедровое. Артикул 157,28. Ну, живица как, так сказать, там, да, традиции. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Сейчас я буду все это обдирать и промывать и отправлять на пункт выдачи для того, чтобы отправили на вторпереработку. Очень приятно, что компания Фаберлик заботится о нас и не только помогает приютам для животных, да, вы видели, я ролик снимала, но еще и делает мир чище и экологичнее. Вот чем надо заниматься, когда мы немножечко, чуть-чуть делаем мир добрее. Всем пока-пока!